Snow, всем welcome, это снова я. В общем, на этот раз я нахожусь на станции Токио. Сегодня у нас небольшой такой будет ролик о ночных автобусах в Японии. Вы все знаете, может кто не знает, в общем, в Японии есть такие автобусы, как ночные автобусы, которые ходят только ночью и исключительно межгород в основном. То есть это один из самых дешевых способов добраться куда вам надо, например, там в Осаку, в Киото, или там, например, на Кюшю, то есть куда угодно. И вот на таких вот примерно автобусах, вот, это вот JR, но есть и другие компании, которые также имеют автобусы, и тоже есть разные маршруты, разные цены, разные по уровню комфорта эти автобусы. Видите, отправление у всех идет вечером. Примерно в 7.50, 8, 9 там и так далее. И в зависимости от того, куда вам надо, вот вы приходите на остановку. Сначала заранее покупаете билет, естественно, в кассах. Вот. Потому что в кассах бывает вот в день выезда уже не продают билеты, поэтому нужно заранее. За счет этого люди покупают через интернет, либо же в этих турфирмах там каких-нибудь, либо сами приходят в кассы вот этого JR или там любой другой компании и покупают там. Это вот станция Токио, как вы видите, да? То есть там все достаточно красиво, светится, это новый выход. Его делали буквально там 3 или 2 года где-то, вот этот выход именно делали. И открыли вот недавно буквально, может в прошлом году, я не помню точно. Так что теперь здесь вот все красиво, аккуратно и удобно ходить на станции. До этого было все как бы не очень. С той стороны, с обратной выход когда был. Ну вот в принципе и все, здесь вот такая небольшая карта. Вот раньше был вот здесь только выход, то есть вот с этой стороны, где старый там. Вокзал был, старое здание вокзала, а сейчас вот выход сюда вот на север открыли еще. Так что, ну я иду вот сюда вот подальше, там еще есть остановки автобусов, и там уже можно будет посмотреть вот там автобусы, потому что я не на JR еду в автобусе, а на другой компании. Вот, в общем, еще кто-то не успел убрать иллюминацию. Это отель Pacific Central Place какой-то называется. В общем, так вот выглядит красиво. Типа звездный пол такой вот интересный. Мерцает. А это, в общем, просто дырки. Выглядит красиво. Конечно же, вот в ту сторону, если мы пойдем, то там будет Гинза. Значит, сама станция. Ну, сначала Хиби, а потом Гинза. Там работаю на этой станции. Бриджстоун здание. Но смысла нет бежать, все равно не успею. Там островок, на островке тогда бы пришлось ждать. Вот сверху еще тоже видно. Здание красиво подсвечено. Пожарные ездят. Ну, напомню, сейчас начинается золотая неделя, поэтому народу не так много в Токио. В обычные дни, вот выходные, ну, людей гораздо больше. И много машин. А сейчас в основном, видите, одни такси. То есть обычно здесь прям машин много, а сейчас нету. В основном такси, как вы видите. Да? То, что люди на Golden Week уезжают из города. И в Токио остаются одни туристы или приезжие из других городов, либо там деревень японских. Вот Шинкансен ходит с
скоростной поезд. Кстати, билет на Шинкансене в два раза дороже обычно, чем на ночном автобусе. Поэтому, если кто надумал ехать куда-то подешевле, то рекомендую ночные автобусы. Но их еще найти надо. Вот мы идем вот на эту парковку, вот отправление автобуса вот от этой парковки идет. Гонщик. Ну, в общем, вот такая парковка. Здесь вот находится несколько автобусов разных фирм, то есть Ninja, других. Я конкретно еду на Котобас. Котобасу называется. Ну, смотрим. Вот такой вот зал ожидания там. Там это расписание висит всех автобусов. Ну, люди ждут, в общем. Чё как. Ну, тут уже на посадку люди выходят. Да не останавливаются под номерами. И, соответственно, какой тебе нужно, на тот ты садишься. Главное не перепутать. Потому что есть номера очень похожие, и можно, в общем, уехать не туда. Тонированные все. И там еще вот место ожидания тоже. Всякие лавочки, тоже можно посидеть, норм. Ну, будет что интересно, я обязательно включу, пока до связи.